Здоров, народ. Ну что, маленький апдейт. Мы сюда вот пришли. Короче, пришли в одно место. Здесь, короче, игровые water park, короче, здесь мы будем на слайдах кататься. Ну, короче, мы пошли посмотреть, если они открытые. А завтра проедем сюда. Так что мы здесь прогуляемся, походим, пофоткаемся с классные места. Небольшой вам апдейтик. Так что как здесь все сделано круто, да? Так что нормально, да? И травичка растет, и лавы уже нету, да, получается. Отличное место. Так что вот как-то так. Довольно круто. Все, мне здесь нравится. Очень красиво. Все, цивилизация. Красивые вот коконаты растут, такие большие, длинные. Но мы продолжаем движение. Идем дальше. Потихонечку идем. Фоткаемся. Там внутри очень классно. Я раньше не снимал. В прошлые года. Но в этих годах очень, там очень красиво. Так что посмотрим. Ну, с ковидом я не был здесь. Не знаю, что здесь происходит с ковидом. Так что посмотрим. Если как раньше все было, будет очень все круто, все классно там будет. Там есть на что посмотреть. Так что сидим, наблюдаем за нашим движением и смотрим, как дальше, что происходит на Гавайях. Короче, все. Всем пока-пока. Это у вас уже 9-й день, похоже. 9-й или 10-й, уже даже сбился. Так что все наблюдаем за движением. Всем пока-пока. Хороших вам просмотров. Видео номер 2 будет изнутри уже. Все, пока.